Инвестпроекты по созданию туристической инфраструктуры в Югре получат льготную поддержку. Теперь инициаторы идей в сфере туризма смогут рассчитывать на займы Фонда развития округа. Это суммы в размере от 5 до 100 миллионов рублей. Выдаются на 5 лет от 1 до 3% годовых. Софинансирование со стороны заемщика предполагается в размере 20% от общего бюджета проекта. Средства займа можно направить на создание, развитие туристической инфраструктуры, приобретение оборудования или спецтехники, необходимых для текущей работы или для расширения перечня услуг. Первый проект в сфере туризма фонд планирует профинансировать до конца этого года.